Всем привет! Сегодня я попытаюсь нарисовать скетч масляной пастелью. Ну, не как обычно маслом. Рисую я пастелью только второй раз. Я еще только привыкаю к этому инструменту. Итак, в упаковке 36 цветов. И, ну, все они достаточно яркие. Первый раз я нарисовала вот такой вот скетч на формате А3. Ну и сейчас собираюсь нарисовать что-то похожее на это. Ну что ж, поехали!